Всем привет, друзья! Вы на моем канале «Сметанка вяжет спицы». Меня зовут Настя. И в этом видео покажу вам набор спиц. Идет он вот в такой упаковке. Очень большой набор. Самый, наверное, я бы сказала, такой самый укомплектованный набор, которому вообще почти ничего не придется докупать. Так, сейчас я его открою и покажу. Итак, набор идет вот в таком чехле. Вот эта штучка снимается. У нас здесь написано комплектация. Значит, 11 пар спиц в комплекте. 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10 и 12 миллиметров спицы. 6 кабелей каждого размера по 2 штуки. 60, 80, 100. 12 маркеров, 6 кабельных ключей из заглушек и один комплект соединителей. Так, смотрите, этот набор предназначен не только как в виде набора спиц, он также служит как планшет для прикрепления схем. Так, давайте смотрим сам набор. Значит, идет здесь кожаный органайзер. Сверху кожа, ну, я думаю, что здесь все кожа-заменитель, это не натуральная кожа. А вот эта часть, которая идет коричневая, она такая матовая. А вот эта вот голубая часть, она более гладкая, такая глянцевая. Значит, набор Knit Pro, серия называется Ginger. Артикул у нас идет 31-281. Так, сразу хочу сказать, что Knit Pro — это спицы производства, страна-производитель и изготовитель — это Индия. Это индийские спицы, они идут напрямую с Индии к нам. Смотрим, что у нас в комплекте. Значит, вот такой у нас чехол, вот та папка, про которую я говорила, это все магнитное, это магнитики, это тоже магнитики, и они между собой тоже, вон, смотрите, магнитится. Значит, магнитики. Вот эти петельки служат для того, чтобы нам вот так вот соединить наш планшет, поставить, да, чтобы он у нас не разъезжался. Так вот крепим эти штучки за пуговицы специальные. Сюда крепим схему, допустим. Давайте сейчас я найду схему, прикреплю ее сюда. Да. Крепим схему, да? И аккуратненько вяжем по схеме. Вот так. Что входит в комплект? Спицы от 3,5 миллиметров до 3. На мой взгляд, здесь не хватает еще спиц толщиной 3 миллиметра. А у Knit Pro все съемные спицы начинаются от 3 миллиметров. Поэтому такие спицы 3 миллиметра тоже существуют. Они есть, их можно купить отдельно. На мой взгляд, они не предусмотрели вот этот такой популярный размер спиц. Так, также тут в комплекте идет ручка в этом же стиле, сделанная под дерево. Здесь обычное шариковое перо. Дальше спицы. Берем спицу, смотрим. Деревянная спица. Кончик совершенно не острый. Он заостренный, но вообще не колет палец. Патрончик идет металлический с покрытием. То есть он крашеный. И на нем отображен размер спицы. Размер спицы, длина спицы, вернее, составляет 11,5 сантиметров. И плюс, если мы накрутим сюда леску, патрончик у лески тоже имеет жесткую основу, она длиной 2 сантиметра. То есть где-то 13,5 сантиметров будет наша спица. Так, мы сейчас это измерим. И хочу заметить, смотрите, сразу видно, что вот эти спицы еще длиннее. Давайте измерим. От 9 миллиметров спицы идут еще длиннее. Так, давайте приложим. Да, 13 сантиметров спица будет от 3, от 9 миллиметров. Так, по спицам понятно, что у нас в комплекте еще здесь. Так, значит, лески. Здесь все. Так, комплект соединителей служит для того, чтобы соединить между собой две лески. Две, можем три соединить.
также маркеры на различный размер спиц, металлические. И наши ленточки. Так, считаем заглушки. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 пар заглушек, 6 ключей. Но хочу заметить, что ключик еще есть в соединителях, то есть 7-й ключ. И 3 пары лески. 2 лески 100 сантиметров, 2 лески 80 и 2 лески 60 сантиметров. Так, леска. На мой взгляд, самые мягкие лески фирмы Нитро — это как раз таки Джинджер. Они очень мягкие, намного мягче, чем обычные. И такой патрончик идет, он тоже с покрытием. Сейчас мы измерим спицу. Накрутим и измерим. Значит, накручиваем спицу на леску. Такое вот у нее соединение, смотрите. Здесь все гладко. Вообще ничего не должно цеплять. И длина спицы получается вместе с леской. Здесь 13,5 сантиметров. И, соответственно, если мы накрутим на другой конец вот эту 9 миллиметров, то длина спицы получится у нас 15 сантиметров. Ну, 14,5 сантиметров. Вот длина спицы. Обращаю внимание, что в лесках есть отверстие. Сюда вставляете ключ, обязательно затягивайте соединение, чтобы наши спицы не откручивались в процессе работы. Так, по комплектации набора все. Единственный минус у этих спиц, уже по отзывам многих вязальщиц, на вязание никак не влияет. Просто вот это вот покрытие коричневое на патрончиках и на спицах, оно в процессе работы будет немножко стираться. Вот, больше здесь минусов пока нет. Ну, тот, кто любит деревянные спицы, конечно же, тот, кто не любит деревянные спицы, конечно, это не ваш набор. А тот, кто любит деревянные, то это вот прям вот набор самый укомплектованный. Практически ничего не нужно докупать, кроме спиц 3 мм. Так, и на этом все. Приобрести набор можно будет в моем магазине. Если его нет в наличии, его всегда можно заказать под заказ. Сроки доставки и условия заказа все в личном сообщении в моем магазине. Ссылочку на магазин оставлю в описании под видео. И на этом все. Надеюсь, мое видео вам было полезным. Ставьте класс, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!